Начинаем смотреть постройки Мишани. Это... Это Лего. Супер крутая разработка. Так, Кримсон, перезайди в команду, чтобы Мишаня был главным в команде. Это нужно. Да, мы включим режим общего строительства и сможем играть в Лего. Он только работает с новым инструментом. Так, выделяешь Лего? Заходи к нам в команду. Надо кинуть заявку сейчас. Так, теперь мы получается, так берем Лего, выделяем шпателем, нажимаем клоны и клонируем. Сейчас сделаю еще пару деталей, чтобы было еще удобнее масштабировать. Так, и теперь мы можем перемещать вот так, Кримсон. Выделяешь это все шпателем? Ну, ты, наверное, знаешь. Ты сделаешь еще одну детальку? Я поставил детальку. Ну, тут играй сколько хочешь. Если у тебя нет Лего, то очень полезная вещь. Можно сделать все что угодно, я потом очень хочу добавить колеса в оригинальном Леге. Ну и еще человечку. Давайте попробуем дом построить. Можно. Сейчас. Кто-нибудь мне будет помогать? Вот эта дверь. Давайте тут мини-домик и... Кто-нибудь пусть строит машинку, а кто-то домик. О, можно? Я буду помогать с домиком. А как строить машинку? Нету. Ну колес нету, поэтому никак. Можно максимум только вот из таких блоков. Прикольно. Так, из каких? С кубика вот такого. Угу. Только колеса будут. Можно там показать. Же бывают такие специальные заготовки от Лего, чтобы делать. Раз, найдем. Ну, короче, получается, только такими детальками можно делать. Так, хорошо, продолжим строить этот домик. Давайте строим все вместе домик, только небольшой. А крышу с чего строить? Интересно, ты что-то поставил как-то детальку. Я решил, я сделаю большую детальку, высокую. Такую. А что, домик будет красным? Ну, можно любой другой цвет. Ну, ладно, сейчас. Вот такой деталькой можете пользоваться тоже. Прикольная. Ха-ха, Кримсон решил оранжевым сделать. Давайте дом будет оранжевым, а то красный какой-то. Давайте. Перекрашиваем все детали в оранжевый. Вот. Ой, да что такое? Не знаю, что мы за дом такой строим, странный, ну ладно. Хочу вообще сделать большую стенку. Можно тут еще плот расширить. А, я понял. Плот. Ну, типа в нижнюю платформу. Так, сейчас я раскручу это. Супер большая деталька. Если немножко справить, то... Ой, а что это? Тут кто-то лишнее поставил, надо сломать это. Проблема есть вот тут. Большая. Ну, в принципе, на дом похоже. Ща пишется. Без... Ну, ладно. Так, перемещаем. Что? О, длинный дом. Ну, думаю, это будет последняя деталь такая большая, поэтому я ее заберу. А, сейчас лучше сделать крышу. А что мне делать с лишкой? Она тут образовалась. А, когда фиксацию отключим, все нормально будет, в принципе. Так, здесь. А кто такое делает? Ну ладно. Крышу вы будете делать, да? Надо здесь потолще детальку. Вот последней стены не хватает. Сейчас я ее сделаю. Так, ну вот. Сейчас я перемещу. Это странная деталька получается. Это похоже скопирую очень много. Ой, оно осталось там. Все. А я испортил Лего. Так, нормально же. А что вот с этой стеной делать теперь, которую я не так поставил? Ладно, сейчас я ее сам перемещу. Да что это за дом такой? Вот тут надо заполнить просто и все, и будет нормально. А крышу с чего будет? Можно из тонких блоков сделать. Так, ладно, я сейчас буду заниматься крышевым блоком. Можно я всю крышу сделаю разом? Потому что под размер еще брать? Не, я примерно тоже пойдет.
по идее. Нам все это выделить. Вы только вот этот блок не берите, который я сейчас делаю. Он нужен мне. Я пока что буду заделывать трещины. Трещины так тоже можно ставить. В принципе, да. Красиво выглядит. Это будет первое лего в бьют-то-боте. Ну, то есть, первое лего уже есть, ну, которое ты только что построил. А это будет первая постройка из лего. А, да, кстати, цвета можно делать рандомными. Это будет покрасивее выглядеть. Вот видите, как нам повезло? Мы первые люди, которые играют в лего в бьют-то-боте. Ой-ой-ой. Так, крыша. В принципе, сойдет. В принципе, сойдет. О, какая крыша. Ой, я немножко переборщил, кажется. Можно, в принципе, лишним брать. Фиксации, когда упадет, тогда все нормально будет. Главное только отсоединить. Так. Чуть лишний убрал. Все. Давайте фиксацию отключаем и будем смотреть, вот что у нас за дом получился. Наверное, немножко лагать будет. Ой. Потому что много. Ну, блок. Тут такое. Дождик не дверь большой. Еще открывается. Дверь тоже я открывается. Но тут можно посмотреть на эту дверь. Это хорошо отработать. Работало. Кто дверь сломал? Надо ее выломать. А вот. Так. Вот какой дом из лего у нас получился. А что крышу не раскрасили в разноцветные цвета? Это было, когда ты еще поставил первый блок. А потом надо его покрасить было, а потом уже делать. Да уже пусть так будет. Тоже красиво. Супер радужный, супер классный, супер... Супер дом получился. Теперь в нем можно жить. Можно еще мебель сделать из лего. А лего человечков нету еще? Нету еще, пока что еще не добавил. Так, ну и а теперь сейчас такое произойдет. Такое. Сейчас всех робок скрашнется. Ой-ой-ой. О, я переместил этот дом наверх. Он живым стал. Очень лагает. Не откинуло. А, ну живое. Он улетел, все. Этому дому конец. А где Кримсон? Кримсон тоже вместе с ним улетел, что ли? А, вы оба улетели. Ладно, давай дальше. Такой дом потеряли. Так, следующая постройка будет... Сколько мусора осталось. Как бы все ругались. Надо отойти сюда. А, Кримсон, беги, пока можешь. Следующая постройка вот такая вот. Это что? Это Epic Minigames. Все мы, да. все присутствующие тут играли в Epic Minigames. Надо нажать, короче, на вот этот вот рычаг, и ты учишь от первого лица себя. И зайдешь, ты должен сейчас зайти в портал. Угусь. Я от первого лица. А, я в лаву упал сразу. Нечестно. Надо, получается, тогда ресетнуться, потому что уже никак не выбраться. Можно сверху. Там тоже можно. Сейчас я заново. Ой. Пуф. Я включил первое лицо. Давай, начинаем. Epic Minigames. А чё у него глаза красные? Там. Это, наверное, Кримсон поставил. Уи-уи-уи-уи. Давай, что ты закроешь? Опасно. О, нет. Один из двух можешь. Тоже победит, я или Кримсон? Всё, я победил, ура! Я победил. Хочешь, будешь этим... Да, я победил, и мне заслуженно. Я беру. Ну, короче, просто беру вот это место. Так, ну чё ж, все готовы? Где Кримсон? Нет, ещё. Идите туда. Да я зашёл. Ну, может, еще камеру включить, чтобы вам удобно было. Ну чё, готовы проиграть? Да. И первое. Ай! Вообще. Так, оба проиграли сразу. Да как вообще? Залезайте, давайте. Я тут, может, порталы поставлю? Удобно было вам. Один тут. А, ну можно нажимать, кстати, на невидимую камеру. Могу сейчас все сделать. Вот. Видимый. Вам было удобнее нажимать. Так, ну чё, сделайте, давайте. Она тут, наверное, где-то впереди. Всё, я сделаю видимую. О, вот, вижу. Так, ну чё, начинайте? Залезайте. Так. Ладно, Кримсон сейчас подсоединится к нам. Вот. Не получается мне тебя победить. Ой. Ну все. Так нечестно. Ладно. Беги. Ай. Че, купился? Пустить. Кримсон! Ах, Кримсон, только пришел, сразу проиграл. Вы можете заново зареспавниться. И вон там есть. Давайте я внизу лучше портал поставлю сейчас. Сиди в лаве, Кримсон. Ну ладно. Там в лаве будет портал, короче, такой. Его можете запрыгнуть. Ой. Так, ладно, проходим. Я сбежал. Так нельзя читерить. Так, начинаем.
Опять. Сейчас вы вдвоем. Кто проиграет? Посмотрим. Так, так, так. Я один вот тут уберу. Давайте, живите. Давайте, кто куда пойдет? Кто куда? Опа! Ой, минус. Минус один. Минус Костис. Так, блок под вами пропадает. Блок тут. Ладно, я не буду так делать. Кримсон, беги. Ой. Я победил. Победил Мишаня. Теперь давайте я тоже с вами попробую. Я тогда ведущий. Да, ты ведущий. Так, я зашел вот тут. Все готовы. А тут Кримсона нету. Кримсон где? А. Где Кримсон? Бежит. Бежит? Где он? А, вон, я вижу его. А. Так, все, начинаем. Давай. Хва. О-о-о, сейчас могу проиграть я. Ой, опасно. Первый или второй? Давайте. Хоп-хоп-хоп. А, ну мы пока что живем. Ой. Одного прищемило. Что? Одного прищемило. А, да. Козлица прищемило. О, нет, бежим. Стоп, а кто выиграет? А кто проиграет? Еще ни один человек не проиграл. Действуй более быстро как-то. О, минус что? Кримсон. Осталось только я и Козлис. Бежим. Козлис, тебе конец. Он упал. Я победил. Ура. Ура. Я победил. Круто. Так, ладно, давайте дальше. Мы заигрались. Но игра очень топчик. Как в настоящем Epic Mini Games бывает.